настоящей женщине в офисе. Доброе утро, вы для семьи ожидания? По вашему случаю от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Охереть. Скотина, блядь, твою мать. Да ты какой-то ебанутый, блядь, сегодня. Ну в этот раз их поворот показал. Ой, охуеть, блядь. Есть, блядь. Дважды охуеть, блядь. Готовы, нам. Знать, какие ваши чувства я оскорблю тем, что я вот сейчас возьму эту чашку и начну изменять. Вы можете быть в этом хорошо воспитаны, что вас оскорбляет, что во время беседы с вами кто-то ест или пьет. Потому что это неправильно, по этикету это не положено. Кто бы с ним говорил, чьи вы злые языки там чего не обсуждали, номер телефона работает, да-да, 3775583, кстати, вы уже штурмуете. Ребят, а чего звоните? Подождите, подождите, не спешите. Сказала, туда едь через Светлану, обратно через Удельную. Кошмар. 6300, скоро уже так и так. Ни хрена себе. Что это такое было? Это что такое было? Это что такое-то? Я бы как сел, и чтоб я Волгу скинул. Чего шум так не хай? Чё? А чё он хочет? Ля-ля-ля! Ебать! Ля, и заехал прям в дом. Ебать, ё мать! Твою мать! Ой, придурок! Да, вот дедок, он же не видел на тебя. Тут конкретно запись в видео аварии. Ебаный в рот. Пиздец. Он, сука, левит, подъебает.
Валя. Мамочки, мама. Ой-ой-ой. Боже мой. Хоть бы он вниз не полетел. Ой-ой-ой. Прикинь, он вообще. Господи. Мамочка. Отключено внешнее питание.